Ритуалы на лунное затмение на картах на золотом алтаре. Второй вариант. Забрать выигрыш у всех на серебряных картах к Иблису. Это не классический крадник, а именно обойти конкурента. Забрать ва-банк, разбить удачу всех, заполучить себе. Ложим на ночь. Серебро карт соберет свет удачи со всех. Можно усилить зеркалом сверху, но не обязательно. Первый ряд. Джокер черный перевернутый. Плюс туз бубновый. Плюс джокер красный. Перевернутый. Второй ряд. Тройка бубновая. Плюс валет крестовый. Плюс десятка червонная. Восьмерка пик лежит сбоку, поверх всей колоды. Сказать. Иблис в ночь затмения, в пик поражения, луны, ты на меня взгляни. И продолжить. На зеркала из карт удачу, что мне так необходимо. У соперников забери, на меня ее переведи. Пусть зеркала в пик затмения в себя впитают свет чужой удачи. В мою судьбу ее вольют. Прошу тебя, Иблис, и заклинаю. Вскоре вам сказочно повезет. До 40 дней. Или в деньгах, или в игре, или в покупке. Утром карты убрать, перетасовав коробочку. Этот ритуал для чего нужен? Вот вы, например, хотите занять должность на работе. Вовсе не хотите, чтобы она ушла другому. Или вы хотите купить хорошую машину. Вообще вы ее ищете. И вы не хотите, чтобы хорошую вещь вот у вас забрали, перебили. Или вы хотите что-то продать, и вы тоже не хотите, чтобы это перебили у вас. Кому-то, у кого-то другого купили. Если у вас нет серебряных карт, можно ложить на зеркало или ставить зеркало для магии, чтобы карты отражались, но лучше всего сделать на серебряных картах. Если у вас нет, ставьте на паузу. И можете говорить, в чем вам нужна удача, можете не говорить. Если вы хотите очень конкретно чего-то, обязательно это говорите вслух, четко и подробно. Сразу после ритуала или ставьте на паузу, говорите в ритуал. Делать это можно в затмение, неделю до, неделю после. Еще раз повторяю. Именно лунное затмение. Само лунное затмение длится 1,5 суток до затмения, сутки и 26 часов примерно после. От самого затмения. Это и есть все само затмение. Все дни Геката это и есть затмение. Просто самый сильный пик он указан. Так же, как и новолуние, и полнолуние. У них одинаковые законы.